Обалдеть, какая классная идея. Спасибо вам огромное. Если вы не хотите вот для этих кулонов покупать те самые блестящие бусы, для них подойдет, например, вот такая вот нитка жемчуга, которую я недавно купила. Вот она с таким магнитным замочком тоже. С жемчугом прям, смотрите, классно очень будет смотреться. Особенно подойдет тем, кто, во-первых, не любит лишний блеск, а во-вторых, ну, вообще как-то вот... Не всегда же хочется блистать. Иногда хочется чего-то вот такого спокойненького. И луна тоже... На жемчуге. Ой, ну, смотрите, какая красота. Еще на сером попробуем. Так, кстати, здесь у меня жемчуг 8 миллиметров. И замочки здесь тоже 8-миллиметровые. У продавца еще есть такие колье 6 миллиметров. Вот они маловаты будут. Замочки там будут маленькие. Ну, тоже прямо круть. Сидят они на этих магнитах достаточно уверенно, но вот у родных, у блестящих бус, там, конечно, посильнее все-таки магнитик, но и здесь, смотрите, достаточно хорошо держится. Давайте, знаете, как сделаем? Я их поношу в течение дня, вот как раз вот этот, он самый тяжеленький, и потом вам расскажу, отваливается он или нет, и если отваливается, то в каких ситуациях это происходит.